Отлично. Так, с Новым годом. Ну, это мы провожаем старый год, так положено, да? Ну, кто-то говорит, что это вообще не вайшнавский праздник, и зачем его преданно отмечают, что это как бы, ну, какое-то некое отклонение видят в этом. Но мы не отклоняемся, мы воспеваем Харе Кришна. Просто используем это время для воспевания. Обычно, если громко петь, то соседи недовольны. В Москве, в Петербурге, в России, в Сибири и повсюду недовольны соседи. В Париже тоже соседи недовольны. Когда мы были в Италии и в других местах, соседи будут недовольны. Но в Новый год можно всем петь громко. Все довольны становятся. Поэтому это время мы используем для воспевания. Сегодня будет киртан, наверное, ночной. Также будет вот в храме Кришна Баларам нашем. В Дели также киртан ночной полностью проводится. Я сужу по 2000 году. Мы здесь были на Новый год, оставались. Мы пришли в храм после того, как у нас была вечеринка вот своя, еще на Махата такая. Мы пошли в храм с дочерью. И я был поражен. Там была Индра Прабху, и он без микрофона озвучил все. Причем без напряжения голосовых связок. И я потому что в шоке был. Вот это ситхи, у него развелись ситхи, это очевидно. Он просто не напрягаясь, голос разлетался повсюду. Я вспомнил, как Господь Чайтанья без микрофона, его слышали повсюду. Думаю, вот это уже ситхи проявляются. Потом я заметил маленький микрофончик такой там был. Это была новинка этого времени. Что-то новое было, еще мы не видели таких микрофонов. И этот Новый год, я помню, мы сидели, преданно собрались, и храм закрыли все двери. Не войти, не выйти было. И мы сидели, пели, при Джабасе там сумасшедшие танцевали, очень любили его киртаны. А Эндра Прабху сильно очень любили эти киртаны. Они начинали танцевать спонтанные свои танцы, какие-то необычные. Всю ночь там это происходило. И потом было холодно. Затем принесли горячий имбирный чай. Всем раздавали. Имбирный чай горячий. Мы пили горячий имбирный чай и пили киртаны. Так всю ночь. Такой был Новый год. Потрясающий. В Дели, в храме. Слава Индии, наверное, на других местах тоже воспевание. Это окончание марафона, поэтому празднуем именно этот момент. Приходит преданная здесь, которая в Матхуре, вот Наталья Гигридхарь, которая лечит всех нас здесь, знаете, да, всех нас одна лечит. Она книги распространяет марафон в Матхуре. Я всегда спрашиваю, ну как сегодня, ну что там, каждый день спрашиваю. Она говорит, ну сегодня вот там одну книгу распространила. Ну, вчера ни одной вообще не распространила. Но ближе к Новому году, больше, 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 больше. Вчера она 10 книг больших распространила. Там не так просто, оказывается, распространить в Матхуре книги. А сегодня 15 книг распространила больше. И такая она счастливая. Столько книг ушло, Прабхупада. Марафон. В конце марафона все счастливы, кто участвовал особенно. Кто не участвовал, чуть меньше счастливы, но тоже счастливы. Как правило, так ум работает, что когда марафон впереди, кажется, ну я еще успею, марафон весь впереди, и это не так просто для меня, я не санкиртанщик и прочее, выкладывает какие-то вещи. А когда марафон позади, вот жаль, что я не вышел все-таки на марафон. Так устроено. Мы слышали, что если съесть 3 самоса, будут проблемы, не так ли? 4 точно будут проблемы. К врачу можно идти сразу. И разум говорит, не больше 2. Вы идите, и он говорит, ну, 2 съел нормально, можно и 3. И 3 нормально тоже, можно и 4. Потом он говорит, ну зачем так много ел самосы? Всегда так работает. Итак, 2019 попытка быть счастливыми в этой цивилизации. Столько попыток уже. 2019 дубль пошел.
И утром все опять понимают, что ничего нового, все это прошло, вся эта иллюзия. Утром все опять грязно, странно. Тем более, что там интоксикации сейчас они выпьют. Сколько тысяч тонн, никто не считал за Новый год. Новый год – это повышенный номер опасности для милиции, для скорой помощи, для пожарной охраны. И очень выгодно для распродажи спиртного. Вся экономика сразу. Из кризиса выходит любая страна. За один Новый год столько покупается, столько продается, что знаете. Я не знаю, выходит ли они из кризиса, но... Новый год – это попытка, потому что, как мы видим из шастр, люди в гуне страсти, или невежество в гуне страсти, они смотрят в будущее. Этим живут они. Можно понять, потому что они не могут найти удовлетворения в настоящий момент никогда. Никогда люди не испытывают такого удовлетворения, такого счастья, что ли. Они ждут, работают, ждут, работают, ждут, работают, перестраивают, переделывают, активно очень, много-много делают. Но они ждут, когда же придет это желанное счастье. Поэтому они этот Новый год, любой Новый год воспринимают очень вдохновенно, ожидают этого праздника, готовятся, и есть такое поверье, как его отпраздновать, и так вы его проведете целый год. Вот они очень хотят хорошо его отметить, чтобы самскара осталась на вот весь этот год, чтобы она покрыла все эти вот проблемы. Это счастье хотят ощутить Новый год. И, наверное, будут смотреть все с легким паром, я думаю. Там самая романтическая история, пьяная. Очень популярная она такая, знаете. Даже сняли фильм через 20 лет, да, после этого. Тоже снимали что-то, хотят продолжать эту историю. Вот. Но они уже там старые, уже некуда продолжать. Нужно заново начинать, мне кажется. Дубль 2019. Уже новое поколение придет, начнут в те же игры играть. Но мы не готовимся к этим вещам. Мы не смотрим в будущее. Мы должны жить в настоящем. Это наша философия, наша позиция. Нужно учиться быть удовлетворенными всегда, зимой и летом. И при перестройке, и недостройке, и при перестройке. Всякое бывает. То есть нужно обуздать свои чувства, ум. Нужно научиться чувствовать счастье от своей природы. Не от кого-то другого, не от чего-то другого. Не нужно никаких обещаний верить в материальном мире. Ни от кого ничего не нужно ждать. Нужно просто удовлетворить Кришну в своем сердце. И Кришна – источник этого счастья уже есть. Поэтому у нас на все праздники одна мантра. Одна и та же схема. Хоть Новый год, хоть свадьба, хоть похороны, неважно. Пойдем и танцуем, Хари Кришна. Так говорится, что между рождением и смертью не будет разницы. Вот в этом духовном процессе не будет такой разницы, не будет люди сильно скорбеть, они просто будут чувствовать разлуку с Господом, любовь к преданным. Ну и, конечно же, разлука с преданными нам тоже обеспечена когда-то со всеми. В этом мире, вот в этих воплощениях, но мы достигнем какого-то особого общения. Родина с вами, когда писал свой дневник, вот, то описывала, как дети его провожают, когда он приезжает в какие-то ятры, там дети его очень ждут, любят. Это для детей самый подарок большой в жизни. Приезжает Родина с вами. Он их и руками гублоджамунами кормит, он их собирает, там, страшно его любит, не знаю почему. Но они как магниту к нему все. И вот они, когда он уезжает, они все плачут. Они плачут, дети, подростки, все Индрюма с вами уезжает. Он рассказывал об этом. И я, говорит, тоже сижу и чуть ли не плачу, говорит, когда смотрю на них. Такие же чувства испытываю. Видимо, поэтому вот у них какая-то взаимность есть. Такая духовная. Чудеса какие-то. Потом, говорит, я уезжаю в другую ятру, а там радость встречи. И так, говорит, постоянно. Тут плач разлуки, и тут же сразу же радость встречи. Перелет, и тут уже радость встречи. И снова плач разлуки, и снова радость встречи. И вот так путешествуют, саньяси так путешествуют, и видят они то и другое настроение, взвешивают, понимают. Вот так жизнь устроена, и в духовном мире так, похоже. Встреча, разлука, встреча, разлука, встреча, разлука. Но мы разлучаемся с материальным телом. А душой-то мы сближаемся. Мы не потеряемся.
Мы вместе, видите, вместе справляемся праздники, вместе принимаем просад. То есть мы вместе в сознании Кришны, нас объединяет Кришна именно. А если Кришна нас связывает, мы не потеряемся. Если нас связывают деньги или просто карма, ну, она временна. Мы потеряемся, конечно. И себя потеряем, непонятно, где я нахожусь и кто я. И ничего не знаю. Ни о себе, ни о жизни, ничего не знаю. Но в сознании Кришны, Кришна нас связывает. Мы всегда будем вместе танцевать и петь. Прабхупада говорил об этом. Мы все постепенно, один за другим, вернемся в духовный мир. Там тоже продолжим. И там, представляете, какая будет радость встречи. О, ты тоже здесь. А вот еще, смотрите, я его знаю. Мы вместе пели в храме Кришна Баларам. А с ним на марафон ходили. О, Харибо. Что-то вроде этого. Очень мистический процесс сознания Кришны. Кришна собрал всех на Курукшетре каким-то образом, чудом. Сам за оружие даже не взялся. Собрал всех кшатриев. Как он так сделал? Как будто бы они сами этого хотели. Да, они тоже этого хотели. Он использовал их желания, их природу. Все Кришна делает, оставаясь абсолютно в стороне от всего. Но его воля непреклонна. Если кто-то попал в общество, это надежно. Что бы там ни было, это надежно. И год за годом мы видим, Кали-юга, она делает шаги определенные, причем довольно быстро это происходит. Удивительно, достигли совершенства в этом технологии и ума людей. Некоторые люди так мыслят, очень изобретательно. Как они служат Кали, потрясающие слуги. Не используют даже духовную философию, не используют сейчас самые лучшие новинки в психологии, читают Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-гиту, но используют это для чувственных наслаждений. Они трансформируют это, потому что их позиция – вожделение. Все в угоду чувствам. Для удовлетворения своих чувств ума, для удовлетворения своего эго, комфорт, всевозможные мероприятия, интернет-общения очень много. Очень много такого сейчас флирта идет. В умах людей виртуальная реальность, где я могу быть Богом. Они создают и создают, они делают гигантские шаги, они опережают нас, как бы соревнуются исконно, и вот этот мир. И мы используем их технологии тоже. Мы вирус в их программе. Мы портим им жизнь. Они включают виртуальную реальность, чтобы понаслаждаться жизнью. Там вирус Хари Кришна с книгами. Он проповедует, его не утолить никак, понимаете? Там. Он мешает там встрече, моей интимной встрече. Он вмешался сюда, он проповедует мне Бхагавад-гиту. Это вызывает, конечно, гнев. Эти преданные, боже мой, они лезут все навязчиво очень. У меня тут встреча, у меня тут чувства, у меня тут удовлетворение чувств, тут мое счастье. Я тут с книгами подходит этот лысый постоянно. Улыбается и хочет денег, и не знает, чего он хочет вообще. Какие-то духовные вещи мне проповедует. Это тоже может быть раздражение. Но, с другой стороны, те же люди уже раздражаются от себя самого в итоге. Если кто-то раздражается от Кришны, дело плохо. Это дело плохо. Очень скоро он почувствует себя просто самым несчастным человеком. И в какой-то момент кто-то подойдет с книгами на улицу, он скажет, дай посмотрю. Что это у тебя? Ты кто? Ты кришнаит, что ли? Ну давай, давай, посмотрю. А что еще делать? Я сам себе стал противен уже в этой жизни. Это вот тоже быстро происходит. Так же, как вот быстро развиваются технологии, так же очень быстро люди теряют веру в жизнь, в себя, очень быстро. Это тело, оно изнашивается за несколько лет такой жизни. Мы сейчас подростки уже в 16 лет впадают в это бессмысленное существование уже суицидальное. Все больше и больше. Да что ж там написано? Душа вечна.
Это душа. Ты не тело. Неплохо звучит. Ну, давай почитаю. Я согласен. Хорошо. И все больше и больше людей согласны, согласны. Те, которые раньше избегали нас, смотрите, не покупают книги. Те же люди. Кто-то купил просто под влиянием чувств. Просто, ну, человек такой обаятельный. Ну, ладно, ну, возьму. Ну, картинки, ну, что-то так поверхностно. Но поставил на полку. Дети прочитали. Стали кришнаитами. Вот на свою голову купил книгу Голдберг. Много всяких историй, сказать, марафонов. Через книги Прабхупады очень много людей стали самыми преданными. Один преданный из Алматы, у него была командировка на крайний север, где-то в Тюменской области. Еще со времен Советского Союза он туда ездил, там были какие-то отношения. Не, рабочие. И он поехал туда, жил в гостинице, и в этой гостинице, где-то там в какой-то Нягане, не знаю, он жил на севере. Приятный пришел в гостиницу, книги распространял. Там много книг распространили на севере. Целый комплект купил. Там Шримад Бхагавата, ну не все песни были, но там было несколько книг Бхагавад-гита. Подумал, ну дай возьму, интересно. И прочитал эти книги, уже будучи в командировке, прямо в гостинице. И говорит, у меня не было никаких сомнений после этого, что Кришна – Бог. Никаких сомнений, это книги Прабхупады. Я подумал, где же эти люди, кто написал эти книги, откуда это, кто-то же распространяет, это что, организация какая-то, что за организация? Потом в книге посмотрел, адреса есть, о, и все, с тех пор стал преданным. Столько историй. Один преданный из Тюмени поехал тоже на марафон распространять, еще севернее, выше. И там уже, знаете, буровики, там вот эти нефтяные, газовые места, вечная мерзлота, там они бурят эти скважины, там добывают этот газ. У них такие стоят домики, типа вагончики на сваях, бытовки. В таких условиях живут простых, и там зарабатывают хорошие деньги, но им там нечем заняться, только водка и работа. И он говорит, я пошел туда, постучался в один домик, говорю, ой, книги вам принес. А там многие приезжают что-то продавать туда, там, места денежные. Что за книги? Там лежит какой-то человек недовольный. Что за книги ты нам принес? Знаешь, к нам кто только не приходит, что только не приносит. Ну, говорит, я принес вам книгу про йогу. Да что вы нам всякую ерунду носите? Ну, какая тут йога вообще? Ну, всякую ерунду. Вот если бы хоть что-нибудь о Кришне принесли бы. Тогда я о Кришне, йога, я о Кришне. Ну, давай, давай, сразу так бы и сказал. Правда, мы удивляемся, если видишь, что люди ждут этой книги. Обычно нам кажется, что никому это не надо. Но когда люди начинают понимать, о чем речь, они хотят. Они хотят на самом деле. Есть предвзятое мнение. Вот это предвзятое мнение, оно часто становится девизом материалистов. Какой-то формулой, которой не руководствуется. Но это лишь предвзятое мнение. Что сознание Кришны имеет недостатка в самом по себе. Люди имеют недостатки, мы же должны знать, что мы все имеем недостатки. Но почему мы в процессе? В чистый процесс нужно прийти, чтобы очиститься. Поэтому приходим. Здесь хорошее лекарство дают, хорошая диета у нас. У нас прасад, диета, лекарство – это Харе Кришна мантра. Чистый образ жизни. Все, при таких условиях вот, все преданные стараются освоить все эти правила, предписания, садану. Поэтому ничего плохого здесь нет. Здесь все хорошо. Пока вот мы принимаем всерьез процесс, который нам дал Прабхупада, все очень хорошо, надо считать, что это все очень хорошо. Почему? Что это все очистится. Это очистится. ИСККОН – это очень могущественная организация. Уж если куда-то идти очищаться, то только в ИСККОН. Самое лучшее место. Никаких чувственных наслаждений здесь. Просто нет времени. Если вот по-настоящему занят в служении, не будет времени. И отпадет даже необходимость. И Новый год, новые надежды. У каждого свои надежды, конечно, свои мотивы. У нас ситуация безнадежная.
Та же сатана будет, та же мантра, тот же просад, те же книги. Ничего нового в новом году не будет. Такие вот новости у нас. Мы ничего не изобретаем, мы пользуемся Бхагавад-гитой, ей уже 5000 лет. А тут всего 2019 год, не так много. Значит, сколько Бхагавад-гита уже живет? 5000 лет с небольшим, да? Вьясадева записал где-то 5000 лет назад все эти писания, в которых до сих пор разобраться никто не может. Вьясадева знал, что пишет. Разобраться в этих вещах сейчас не представляется возможным. Господь Чайтанья об этом говорил. Тем саньяси майявади, которые изучали Веданта Сутру. Они спросили, а ты почему изучаешь Веданта Сутру, почему ты саньяси поешь, танцуешь под музыкальные инструменты? Так, не ведут все саньяси. Саньяси изучают Веданта Сутру. Не отрывая ум от Веданты. Так, должны в брамане держать, чувствуя ум. Но у тебя сентименты, чувства сильные очень. Ты плачешь, ты неуравновешен, иногда падаешь в обморок, кричишь громко, сбиваешь толку столько людей, влияешь на них. Почему так себя ведешь? Господь Чайтанья сказал, мой гуру сказал, чтобы я не изучал Веданту, потому что, говорит, ты глуп, ты не поймешь Веданту. Должен повторять Хари Кришна и петь, воспевать киртан. Я следую этому правилу. Я начал повторять, как сказал мой гуру, эти святые имена. И как написано в шастрах, этот процесс, предписан шастрами. И я стал таким, как видите, я стал неравновешенным. Я то смеюсь, то плачу, иногда я в сознании, иногда теряю сознание, и сам не знаю, что происходит, и что будет дальше со мной происходить. Я подумал, Гуру Махарадж, может быть, что-то не то со мной, может быть, мантра не та или что? Это нормально? Я пришел и сказал, у меня странные вещи, я переживаю. Я понимаю, что должен контролировать чувства, но я не могу контролировать чувства. Я плачу очень сильно часто, чувствую разлуку, боль в сердце. Иногда радость, и я начинаю прыгать, и я не знаю, что с этим делать. И танцевать безудержно, часами иногда. Мой гуру Махарадж посмотрел на меня и такой счастливый был. Я не забуду его счастье. Как он сказал, нет, 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 ты не с ума сошел, нет. Каждый хотел бы так сойти с ума, как ты. Ты обрел любовь к Богу, дорогой. Это симптомы, то, что ты обрел любовь к Богу в сердце. Ее невозможно контролировать. Она все контролирует. Ты достиг этого. Какая удача! Господь Чайтанья говорил, а святому имени так. Эта любовь вовлекала и саньяси майявади, и другие в воспевание святых имен. Ничего не изменилось с тех времен. Хари Кришна мантра так продолжает распространяться, звучать, очищать, привлекать. То есть Кришну продолжает, все. Ничего, нет времени, нет пространства. Это иллюзорное представление, что в будущем году будем счастливы. Давайте вот сейчас, сразу же. Почему в будущем году? В 18-м мы должны были быть счастливы, и в 19-м также будем счастливы. Какая разница между этими годами? Разве кто-то живет в прошлом или в будущем? Нет такого. Все только в настоящем находятся. Думают так. Где наше прошлое? Где наше будущее? А я вот настоящий. Вот вам доказательство. Все надумано. Надумано так, что в будущем я буду счастлив. Нет, в будущем старость нас ждет. И смерть. Вот оно будущее. Для кого-то 2019 год последний будет. Он возлагал большие надежды, а для кого-то будет последним годом. Кто-то родится в это время. Много людей родится и умрет. Каждую секунду это происходит. Мы не скорбим ни о живых, ни о мертвых, пока нас не коснется. Мы знаем Бхагавад-гиту. Для других мы можем проповедовать. Сколько сейчас людей умирает, пока мы тут разговариваем?
Много. Сколько людей рождается, тоже много. Но нам никакого до этого дела нет. Пока наших чувств. Поэтому, говорится, это всего лишь игра чувств, Кришна говорит, Бхагавад-гите, это всего лишь игра чувств. То, что ты строишь планы на будущее, то, что ты скорбишь по прошлому, это все игра чувств и ума, это все иллюзия. Пребывай под контролем своего «я», вечного, вечной души. Она неизменна, она поддерживает тело, она неподвижна, она невообразима, душа. Она всегда бескорыстна. Действуй так, думай так, действуй так. Все будет под твоим контролем духовным. Получишь видение духовное. Что же на самом деле происходит? На самом деле майя постоянно уходит от нас. Так она делает. Оп, и мимо. Оп, и мимо. Оп, и мимо. Ого, оп, опять мимо. Кинокомедия. Вы встречаете майю. Она говорит, прямо к вам, кажется. Нет, она куда-то в другое место шла. Разве не ко мне? С таким подарком не ко мне? А к кому? Да никому. Никому. Это просто иллюзия. Ничего здесь нет. Все просто протекает. Вы это увидите. Здесь просто все протекает. Вдох, выдох. Вот и все. Ничего не было. И когда мы отдаем свою энергию служению Кришне, мы сможем увидеть это беспристрастным взором, без привязанности. Как течение реки, мало ли что там проплывает. Пусть проплывает. Какое отношение ко мне это имеет? Нет, у меня есть просто свой долг перед Богом. Больше ничего нет. Ничего в этом мире нет, кроме долга перед Богом. Это единственная причина, почему мы здесь. Почему мы родились в человеческой форме жизни, мы должны выполнить свой последний долг перед Богом. Ничего с собой не нужно брать здесь, ничего ожидать ни от кого, нужно просто выполнить свой долг перед Богом. И с легким сердцем вернуться к Кришне. И там тоже петь, танцевать так же. Есть просад. Дело привычное. Мы уже все умеем с вами. Есть умеем, танцевать умеем, петь умеем, все. Нас уже подготовили. Прабхупада уже подготовили. Но, конечно, там по-другому танцуют, по-другому едят. Вот мы этому и обучаемся. Будут ли новогодние вопросы какие-то? Есть про духовный мир вопрос. А звук хороший, слышно? Такой вопрос Ашока Говинда Прабху спрашивает, на каком языке разговаривают на Голоке Вриндаване? Есть мнение, что на санскрите. Есть ли подтверждение в шастрах, что в духовном мире все разговаривают на санскрите? На любом языке я могу говорить. Нет, я не слышал такого, чтобы строго на санскрите говорили. На любом языке говорят. Как? Я не знаю точно, какой там язык общий. Есть ли такой, как общий язык там? Ну, духовный язык, он, конечно, общий, да. Но вот индивидуальность у каждого своя. Поэтому в каком-то смысле есть у каждого свой язык. Например, здесь мы настолько индивидуальны, что говоря на одном наречии, так скажем, мы не можем не понимать друг друга, потому что язык-то разный все-таки. Чувства, менталитет, индивидуальность разная. Поэтому очиньте педа-педа-татва. Есть какой-то общий, естественный язык от Кришны, Кришна, вывод всех этих заключений, всех формул, всех понятий, всех философских выводов, всех корневых значений слов, все это Кришна. Звук в эфире тоже Кришна. Есть индивидуальность, которая говорит исключительно на индивидуальном своем языке, каждого. И как я слышал, там есть язык какой-то общепринятый, может быть, даже наречия есть какие-то свои. Но это, может быть, любые наречия.
Потому что Кришна знает все языки. Любые наречия, любую индивидуальность понимает. И очень много используется междометий. Собственно, иногда там чаще всего язык и не нужен. Они говорят: «О! У-у-у! А!» То есть так много можно объяснить этими звуками. Причем, как вы знаете, это на всех языках понятно. Мы сидим, тут лекция идет, 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 праздник приближается, вдруг приносит такой поднос с махапрасада. Все: «О-о-о!» Все англоязычные, русскоязычные, там африканцы, не знаю, кто индусы, все понимают язык этот. Здесь вот мы давали лекцию не так давно, и один индус приезжал из Раджастана, высокий такой, помните, здесь был, преданный, он сейчас уже практикует мантру. Он просидел всю лекцию, без перевода. Как-то не слушают. Потом благодарил, я не могу уехать, не поблагодарив. Вот я бы так не смог, допустим. За что благодарить? Я ничего не понял вообще. Все мимо меня прошло вообще. Нет, он сидел, слушал, переживал. Кто-то умеет просто слушать, умеет просто слушать. Однажды мне на это намекнуло мой GBC, когда-то здесь, в Кришна-Баларами, мы пришли на лекцию, но у нас не было переводчика на русский язык. Тогда с переводом были большие проблемы. Почти никто не знал английского языка, практически никто. И вот мы остались без переводчика. Я подумал: ну что тут делать? Надо уходить. Не собрался. Пошел. И вот GBC меня увидел. «А ты куда?» — говорит, что-то. Вот переводчика нет. Ну и что? Все слушают, ну, духовные братцы, все равно. Ощущается. Подумал: о, здорово. Дай-ка послушаю. Такая была лекция потрясающая. Я ее сам придумал, видимо, какие-то слова же я понимаю, какие-то Кришны я понимаю, допустим, Радха понимаю, Гуны понимаю, Карма понимаю. Но я остальное придумал, как выяснилось потом, я придумал такую лекцию. Под этим впечатлением, что я думал, что какой-то чистый преданный говорит, и я такое придумал вообще. От веры это зависело, видите, от моей. Я с верой слушаю, и там лекция была просто невероятная какая-то. Я потом с кем-то поделился, говорит: «Ты что, знаешь английский язык?» Я говорю: «Нет, не знаю, мне показалось, что он именно об этом говорил». Он говорит: «Нет, нет, он совсем о другом говорил». Но вот это чувство было удивительно. Я как будто понимал язык, но он был какой-то другой. Мой язык, но я понимал. Потому что он о Кришне все-таки говорил. Я же понимал, он о Кришне говорит. Остальное не так важно, верно же? О Кришне говорит, ну и все. Какие проблемы? Детали несущественны. В той ситуации. Мы сейчас просто о языке говорим, о способе общаться. В Исконе это удивительно, потому что у нас одна практика у всех по всему миру. Одни стандарты есть, храмовые, скажем, и другие бхакти-рикши, то есть у нас есть такие вот программы общие. Вы приезжаете в Германию, или во Францию, или в Италию, неважно куда, или в Америку, и вы понимаете преданных, их эмоции понимаете, их характер понимаете, их все понимаете. Хотя язык, может быть, не знаете хорошо, но вы абсолютно все понимаете. Чувствуем мы одинаково, мыслим мы одинаково, и при этом у каждого своя индивидуальность сохраняется. Это язык Кришны. То есть внутренний язык есть, язык Кришны. Вот в Исконе можно этому научиться. Например, у меня есть друг, и я его понимаю иногда, когда он говорит даже что-то не то, но я понимаю, что он хочет сказать. Хотя он не может сформулировать, или, допустим, он сознательно говорит какие-то вещи не очень хорошие для меня. Но я понимаю мотив, почему он это говорит, я за этими словами могу еще что-то понимать. Почему? Что у нас есть еще другой язык, который нас сближает. Что же нас сближает? Что-то еще внутреннее, вот это тот самый язык. Если у нас есть любовь, мы все поймем. Особенно не нужно перевода какого-то. Но что касается философии, это строгий момент. Здесь нужен четкий академический перевод. Например, о книгах Прабхупады, допустим, как с языка перевести с английского на русский язык, на другие языки. Тут должен быть академический перевод, не литературный.
Потому что это основатель Ачари пишет. Тут строго, тут очень строгие законы и правила перевода. Несомненно. Когда Господь Читания был храм Гундича, они общались, они перестали разговаривать словами. Они просто говорили Кришна на все случаи жизни. Говорили, Кришна, ну, тут понимал сразу, что нужно. А, Кришна, Кришна, все, все ясно. Я вспомнил наш рабочий класс, который тоже несколько слов знал. Одноэтажный, двухэтажный, трехэтажный. И все, все понимали. Все понимали. Тоже есть язык, понимаете, общий. Оказывается. От русского дома? Просто простите, что неуместно было, может быть, но я боялась, что все встанут, и я к вам просто не подойду. Спасибо. Это же натуральное благовоние. Спасибо большое. Русский дом. Говорите, что Новый год – это семейный праздник. Расскажите, что значит быть другом сознания Кришны и как вот, чтобы была дружба крепкая, были друзья в сознании Кришны. Семейный праздник отмечают в семейном кругу по традиции до западной. И как развить дружбу? Сознание Кришны. В сознании Кришны дружба. Друзья, быть другом. 3 литра крови нужно, чтобы дружить в сознании Кришны именно. Мы знаем, допустим, что брак в сознании Кришны не так легко построить. Есть правила и предписания необходимые, но не так легко построить его в силу природы низшей, которая все же присутствует в каждом. Мы знаем, что хорошо, что плохо, как нужно, как не нужно, но применить очень трудно. И вот также дружба тоже очень трудно применять эти вещи, потому что есть еще низшие гуны природы, которые делают нас, ну, нечувствительными, негибкими, но, может быть, замедленными в каком-то росте. Мы все на потом откладываем, мы не можем вот сейчас прямо принять какое-то решение для себя и изменить что-то в себе решительно. У нас не хватает какой-то вот высшей силы. Поэтому это нелегкое дело, друзья в сознании Кришны. Интересно то, что со временем, преданные вначале, они больше понимают друг друга, потому что они живут просто согласно стандартам. Первое, что они усваивают, это 16 кругов, 4 принципа, преданное служение, выбор духовного учителя, наставника, и они так и делают, собственно, у них проблем нет. А со временем пробуждается их индивидуальность, их характер больше и больше. И, например, если взять старых преданных, то кто у них наставник? Бывает, что у них нет наставника. И друзей тоже нет, которые понимали друг друга. Именно так вот, близко. Происходит некое такое отдаление. Почему? Потому что это нужно делать в сознании Кришны вовремя. Дружба – это прежде всего отсутствие эгоизма. Невозможно иначе. Это касается и брака, и чего угодно.
Единственное, что, чем мы заняты в своих отношениях здесь, это избавляемся от аханкары. Вот и все. Это самый важный момент. Тогда мы можем говорить о дружбе, если мы способны свое ложное эго как бы отринуть. Взаимно это должно быть. Не взаимная любовь, а взаимный отказ от аханкары. Вот сейчас требуется что. А получается, что от аханкары мы не отказываемся, а любви ищем. Эта ситуация опасная. Если мы хотим дружить, то мы должны идти на жертву. Это взаимная жертва должна быть. Дружба не бывает односторонней, это нет. Поэтому мы делаем попытки, иногда неудачные, отстраняемся, думаем, ну ладно, пока у меня нет друзей, может быть, в будущем повезет. Просто я не знаю, как тут быть. Кали постарался, видите, очень трудно сблизиться сейчас людям по-настоящему. Но все начинается со смараном, со смараном. Мы должны думать об этом, думать дружески о преданных, думать, просить Кришну об этой милости, чтобы были друзья в сознании Кришны. Это же крайне важный момент. Одиночество – это индивидуализм. Никто в одиночку сейчас не станет чистым преданным. Без духовной поддержки это невозможно сделать. Не так, что я развиваю свои качества, эти качества притягивают ко мне все необходимые ценности, которые мне потом служат. Видите, какие у меня качества? Давайте, служите мне. Так, нет, это иллюзия, это ложь. Если мы на самом деле обретаем качество, мы начинаем служить. Если на самом деле мы учим качество. Это... Иначе все эти качества на аханкаре расположены не на правильном фундаменте. И какой же симптом, если это неправильный фундамент, наши дружеские отношения, они ослабевают с преданными со временем. Возникает больше недоверия, больше скепсиса. И в Кришну-то мы верим, и можем даже больше и больше, но в себя теряем веру. Если нет друзей, если нет этих отношений, вдохновения. Поэтому пока мы святыми повторяем, мы с Кришной будем как-то общаться, да, но вот как мы с друг другом будем общаться, тоже важно. Одно можно сказать, в чем успех нашего движения, сильнейший успех, что мы все собираемся на киртан. Это величайший успех духовный, что мы можем собраться на киртан, на праздник, на воспевание. В этом мы уверены. Это великий успех. Возлюби Бога, мы приняли это. Теперь возлюби ближнего, как себя самого. Да, что тут удивительного? Думаете, что религии случайно появляются? Это тоже этапы первой ямы, не ямы, это Ветхий Завет. Это правила ограничения, законы. Законы заповеди, яма, не яма. А потом санга, общение мы должны развивать, уважать, любить, прощать, что говорится. Это уже отношения в этом кругу, каковы любовные отношения между преданными. Мы читаем об этом сначала яма, не яма, потом любовные отношения с преданными. Мы также идем такими же этапами, так предписано. Но любить нужно преданных, не просто какое-то тело. Любить духовное настроение. А вот это правильная позиция будет. Прабхупаду любили, а почему любили? Он был старый человек, а не молодые американцы. Как они влюбились в старого, в пожилого человека, в старика? А что он, да, он дал почувствовать им это духовное настроение, они полюбили это настроение его. Его любовь к Кришне, гуру, они полюбили это. Он стал для них ближайшим другом.
как избавиться от вожделения и отдать свою жизнь духовному учителю? Ух ты! А кому нужна такая жизнь без вожделения? Ни на что не годен будет вообще. Это полумертвый будет. Дохлая лошадь называется. Стягаешь, не идет. Какое-то вожделение должно быть, иначе это нездоровый человек. Избавиться от вожделения. А кому же нужен быть такой человек без вожделения? Вожделение. Вожделение – это энергия. И как энергия, у нее есть предназначение вожделения. Одно предназначение – продолжение рода, другое предназначение – служить Кришне. Вот и все. То есть не то, что отказаться от вожделения, мы занимаем эту энергию. В брак вступают преданные, ну, кто-то не вступает, тот не вступает, в основном вступают в брак, у них дети есть, есть обязанности соответствующие. Это тоже вожделение. Но Кришна говорит, что это я сам создал такую систему. А это хорошо, он говорит. И вожделение, оно еще остается с избытком, несомненно. И у семейных людей с избытком еще остается. Куда его девать? Служение Кришне. Без вожделения никто не сможет вообще ничего делать сейчас. Либо вожделение, либо према, двигатель. Иначе люди будут пассивны. Это природа человеческая, которую мы используем в служении Кришне. Не знаю, насколько я объяснил это. Так, пожалуйста. Карнапур описывает Аранда Вридавана Чампе 6 времен года, но там нет времени года зимы. Она же здесь есть, мы тут катаемся на коньках, на лыжах, там, наверное, это тоже должно как-то проявляться, вот эти зимние... В духовном мире? В духовном мире? Да. Если там зима? Да, зима и зимние развлечения. А, действительно, вот, ничего об этом не говорится, да. Похоже, там чего-то все-таки нет. Вот, еще раз, еще подумаем, как вот насчет духовного мира вообще. Не такой уж он полный, как кажется, там зимы нет, например. Выяснили наконец. Кто-то говорил, что есть там такие вещи. То есть там сезон зависит от желания. Как Рада и Кришна чувствуют себя, это проявляется в каком-то сезоне года. Обычно их игры, они циклируют, поэтому это называется сезоны года. А на самом деле это их настроение. Как? Говорится, что когда Кришна играет на флейте, там цветы распускаются, медоносят деревья, и все украшается, все природа меняет свой облик. Все нектарным становится. Вот он такую мелодию играет, меняется настроение у природы тоже. Радхарани разговаривает со шмелем, но атмосфера распространяется повсюду это. Утху наблюдает это. Что не природа хозяйка, а Радхарани хозяйка природы. Он с изумлением наблюдает этот феномен, что все эти оттенки прямо Махабхавы и Радхарани все отражаются в гопи прежде всего, в деревьях, в птицах, повсюду. Ничего подобного не видел. Когда один царь был на охоте, и там он заблудился, он обитель мудреца нашел. Он был поражен, что в обители мудреца другой климат. По-другому цветут деревья, по-другому поют птицы. Все по-другому. Итак, этот Вриндаван – это настроение Кришны. Его настроение, его дух, его творение, его обитель
не отличный от него, и также Радхарани здесь, царица Вриндавана. И какое настроение испытывают, это отражается в сезоне года. Поэтому там есть и зима, и я слышал еще одну вещь, что леса Вриндавана одновременно находятся в разных временах года могут находиться. Можете переходить из одного времени года в другое время года. То есть выбирать. Что-то подобное я слышал. Вот насчет снега, правда, честно, не слышал ничего. Но там есть, говорят, снег, но он не обладает природой вот этой вот леденящей. Да, такого страдания не испытывает. То есть духовный снег. Мы можем с собой снега взять туда, если что. Тут его полно зимой. Первое января стать чистым преданным. Все. Не откладывай на год. Завтра уже Новый год, все уже некогда. Уже пора, все, уже время пришло. Я, конечно, понимаю, это надумано, то, что я говорю. Но если сгустить наше сознание, оно сгустится со временем. И каждый день будем проживать как интенсивно, интенсивнее будем проживать, то по насыщенности один день преданный может прожить больше, чем один год по насыщенности. Это опытный преданный. Потому что неопытный преданный еще много времени понапрасну может потерять. День не так много. Что такое день? Мы вообще на это внимание не обращаем, один день. Никуда его. Но в интенсивной жизни это очень много. Я читал когда-то, Достоевский писал. Да, Достоевский, он писал этот рассказ. Он писал этот рассказ от своего опыта, потому что он приговорен к смертной казни, которая была отменена. Вот его уже везли на казни, он пережил это. Достоевский. На основании этого пережитого опыта он пишет вот, повесть, не повесть, что человека в этом сюжете также вот везут на казнь, что он чувствует, что он переживает. Это великий психолог Достоевский. И он там интересные вещи открывает читателю, потому что как трансформируется, интенсивнее становится сознание, сгущается сознание, более интенсивно, быстрее ускоряется сознание. От ослабленного состояния приходит в собранное состояние, и вот он ночь должен ждать утренней казни. И что же для него это ночь? Огромное событие, ночь. Каждую секунду он ее переживает. Каждое мгновение он что-то чувствует. И он думает, боже мой, у меня куча времени. У меня куча времени, целая ночь впереди. Это для него целая жизнь вообще. И он начинает это использовать каким-то образом, это вот это время, не понапрасну. И в конце концов, там утро приходит, и вот он едет. Вот он знает, куда его везут, где это будет, место. Но у меня еще достаточно времени, я еще долго живу, мне еще до того поворота нужно доехать. Это интенсивное сознание. Обычно преданные не находятся в интенсивном сознании полностью, пока в этих земных играх, как Рамануджа Ачарья. Ученики заметили это, что именно перед уходом он стал интенсивно погружаться в сознание Кришны, они испугались, что гуру уходит. Гуру таким образом уходит. Интенсивно стал думать о Кришне. А в обычном как бы режиме мы, вот, как ты говоришь, мы видим дни, недели, распорядок определенный, вот, садханы регулируемые. Так, мы живем с этим телом размеренно, учитывая его возможности и так далее. Но цель – сделать наше сознание интенсивным.
что у нас есть долг перед Кришной. Можете пояснить, в чем именно состоит долг наш? Долг. Человеческая жизнь – дар Божий. Дар Божий. Вот мы должны отплатить за этот дар. Оплатить, конечно, невозможно толком. Но вот преданным служением – это долг. Мы, именно эта человеческая форма жизни для этого создается. Дается душе возможность покинуть это место. Освободиться из цикла рождения и смерти. Именно через преданное служение, да? Это и есть наш главный долг здесь. Служить Кришне – все. Меньше думать о себе. Спросить, вот сейчас, может быть, уже меньше, но помню, что, в принципе, все детство, там, 1 января просыпаешься и чувствуешь какое-то обновление, ну, сильное вдохновение, может быть, это коллективная медитация всей страны на этот день и что-то такое, ну, какое-то вдохновение, чистоту, и хочется что-то делать. Как, ну, то есть, можно ли такое сознание развивать? Себе как-то культивировать, какими способами, чтобы вот проснулся, ну, то есть уснул, как-то уставший, а проснулся вот с таким вот состоянием, как 1 января, и горы можешь свернуть. Со временем. Я не знаю, но старые преданные, вот я общаюсь с ними тоже, подтверждают, что они не видят разницы между Новым годом, Старым годом, сегодняшним, завтрашним днем. Праздник есть всегда. Сознание Кришны. Разницы не замечают это. Кто-то вот только сегодня заметил, что кажется сегодня Новый год. Потому что все интенсивно достаточно. У людей это интенсивность именно вот к 31 декабря, да, покупки, поздравления, они готовятся, предчувствуют что-то. Иллюзорное вот это счастье у них накрывает просто сильно. Раз в году обычно такой праздник. Самый волнующий, наверное, праздник Новый год у людей. Но у преданных этот праздник, он практически постоянно. Если мы воспеваем киртан, воскресная программа, это уже не хуже Нового года, лучше Нового года. Так что мы проживаем больше эмоций, больше счастья. Так, и какие планы-то у преданных? Вы пойдете в храм? Да? Потом на киртан? Завтра Экадыша, на парикраму будет. Завтра парикрама у вас будет. Ну, не у всех. Завтра Экадыша будет, не у всех будет. Завтра есть занятия? Нет. А, завтра не занятия. И завтра парикрама вокруг Вриндавана? Нет, парикрама сегодня была, но обычно преданная самостоятельно. Выкадыш. Yes. Да, сегодня все прошли парикраму? Все студенты. Угу. Босиком прошли? Нет. Нет. Холодно, наверное, было. Вы днем пошли или утром? 10 утра. 10 утра уже было тепло? Кто-то был босиком. Кто-то был босиком. Все меньше и меньше. Босиком ходят. Меньше и меньше. Я прошел босиком одну парикраму, вторую мы в обуви прошли все-таки. Разницы не было. И так было для ног трудно, и так было для ног трудно. Лучше босиком? Спрашиваешь, лучше ли босиком? Парикрама – это только босиком, иначе это не парикрама. Ну, мы сейчас как бы никто не требует так жестко, но раньше к нам так относились, жестко требовали, чтобы, значит, не парикрама. Лаканат Махарадж не признавал парикраму. В обуви какая парикрама? Это оскорбление вообще. Это земля, это тело Господа Баларама, и вы на парикраму идете, вы поклоняетесь Господу ногами. Что, топчете обувью, что ли? Он говорит, парикрама означает вот так. Это была атмосфера тех 90-х годов. Один преданный рассказывал, говорит, а я, говорит, подумал, ну, все равно, ну, что я? У меня там мозоль, тут трещина на пятке. Нет, я пойду в обуви. Я принципиально пойду все равно в обуви. Он прошел в обуви в тапочках, его корова ободнула.
Он говорит, я буквально улетел куда-то в сторону, тапочки в другую сторону. И тапочки так и не нашел. Говорит. Это атмосфера того времени была. Вот так, Кришна, вот так мы начинали. Парикраму и мужчины и женщины были в разных группах, даже если муж и жена. Никогда вместе не ходили на парикраме. И жили в разных ашрамах тоже. Не было только, что муж и жена жили в одном номере, на парикраму пошли. Нет, все разъединялось. Это были 90-е годы. Вот дух 90-х годов. Я воспитан в те годы, поэтому я всегда выхожу, когда на парикраму дорогу, я смотрю на обувь у людей. И вижу, вот это парикрама, это не парикрама. Все, мне до сих пор это вот осталось, что это не парикрама. Если я пошел в обувь, я себе сказал, это не парикрама, просто гуляю. Потому что это не парикрама, не засчитывается. И мы прошли, Гаргачарья говорит, а все же, мы прошли, говорит, в обуви, не то совсем. Нет, говорит, нет той радости. Потому что главное, вы должны чувствовать ногами землю, по которой вы идете. Стопами. Стопы – самая чувствительная часть тела, на самом деле, у человека. Это особая милость, когда соприкасаетесь стопами, идете по святой земле, вот именно. Где-то в Навадвипе мы шли парикрама, там нет камней, говорит Сванавиби, не бывает камней. Но там делали ремонт дороги, щебенка и битум горячий. Представьте, нам пришлось идти вот по горячему битуму и с щебенкой. Это уже был не первый день парикрама, а предпоследний, там уже все, аскеза была. И у меня в голове были уже отчаянные мысли, думал, ну, организация. Но это уже античеловечно. Вот так вот с преданными, вот так вот во время парикрамы ремонтировать дороги, куда смотрят власти, да это вообще и пытка. Это была такая пытка, это все горячее, все острое. Боже мой. Я думаю, и все молчат, главное. Тут революцию нужно поднимать вообще. А сам я где-то в глубине, такой маленький такой тихий голосок, 13-й пейс, уничтожен. Я говорю, заткнись. Ты всегда одно и то же говоришь, не к месту вообще, издеваешься. И там на парикраме, там еще несут божества, 4 человека, тяжелый паланкин, божествами гарунитай, вся парикрама. И вдруг меня кто-то обгоняет, так плечом легко, так раз мне в сторону. Я отхожу, так еще нужно, кто-то толкается вообще. Тут не знаешь, куда наступить, ужас какой. Каждый шаг болью отзывается. Тут кто-то еще толкается. Я смотрю, Гопал Кришна Госвами. Я сразу смотрю на надпись, ничего не надо. Остал в сторону, сложил ладони. Он нес паланкин. Он специально встал туда, потому что видел, как преданный начинает злиться. И он понимал это умонастроение многих. Он взял паланкин. И когда вы несете паланкин, вы не можете свернуть никуда, просто идете ровно. Поэтому битум, по этой щебенке, где придется, с закрытыми глазами должны идти. Я сказал, Харе Кришна. Все, взял себя в руки сразу же. Ну, такой ачар, такой пример был. Ну, я фанатик в этом плане. Кто-то может и вою пройти, если не может, а что тут? Я ничего не скажу. Я просто говорю о себе. Не так, что будем презирать кого-то в обуви. Нет. Кто-то одевает носки. Это не обувь. Это как-то защищает ногу. Ну, на самом деле, если у кого-то проблема, почему нет? Парикрама. Так оно устроено. А, это была такая радость ходить по этой дороге тогда, в те времена. Она была такая пыльная дорожка красивая. Сейчас же кругом этот асфальт. Вы стираете ноги. Он жесткий. А вообще-то там были такие красивые пыльные дороги. Тропы такие большие. Была потрясающая дорога. А сейчас еще машины, вы должны все это вот как-то движение интенсивное. Но мы обходим все храмы Вриндавана таким образом.
весь Вриндаван. Так или иначе, Кришна устраивает все это, я не знаю. Вот Кришна хочет такую еще дополнительную дорогу нам предлагает. Наждачную, видимо, для скорейшего очищения. Особая милость какая-то. Пока вы молоды, не вижу трагедии. Мозоль заживет через пару дней. Вот. Итак, с Новым годом, с новым счастьем. Да будем мы все счастливы в 2019 году, так? 2018 не считается. Вот 2019 год, вот это что-то будет. Все станут чистым преданным в 2019 году, знаете об этом? Ну, вы уже чистый преданный. И в 2018 году вы уже служили Кришне, и в 2017, и в 2016 кто-то. Сегодня с дочерью вспоминали прошлые жизни, так выяснилось, что мы уже давно служим Кришне. Она что-то помнит. И она рассказывает мне. Что? Мы хотим вас поблагодарить, пожелать вам чудесных учеников, новых, сильных, чтобы они продолжали творить проповедь повсюду. Эти уже ослабели, новых, сильных нужно брать. Эти уже старые, уже никуда не годные. Сегодня хотите сделать? Ну, когда? Сегодня, мы очень хотели сегодня, но нам сказали, что сегодня будет неуместно. Я думаю, уже поздно сегодня показывать. Да. Давайте какой-то день найдем другой. Давайте. Интересно, да? Давайте. Сильные номера есть у вас, так? Да. Вы уже показывали их вчера? Да, вчера показывали. И мы прямо все студенты готовились к медитации, что вы посмотрите эти номера. Вот, но вчера не получилось у вас здесь быть. А по расписанию посмотрите, там как время есть, и мы... Да, очень хорошо. Спасибо вам огромное. Вам спасибо. Кто-то еще хочет всех поздравить с Новым годом? Слово какое-то взять? Пожелания какие-то добрые? У всех есть добрые пожелания? Своего Гуру. Поэтому давайте попросим Господа, чтобы Он пролил милость, чтобы сохранить здоровье нашему Гуру, для того, чтобы пролить милость, чтобы мы стали более чистыми, искренними. Давайте три раза про Хариболи. Так, старшие поздравили. Младшие хотят поздравить? Кто самый младший здесь?
Ну, давай, поздравляй. Поздравляю с Новым годом вас, с наступающим. Желаю вам удачи и всего хорошего. Шибриндан Тамаки, Дай Гору Примананды. Хари Кришна, спасибо большое.